Друзья, всем привет! Крепление степон скоро будет у меня на ноге. Дальше вы услышите мои ощущения, посмотрите видео, как себя доска ведет и как веду себя на ней я. Вот сами крепления. Нижнего и верхнего стрепа нет. Есть посадочные места и крепление шипов. Начинаем встегиваться. Вставляем задний шип в паз. Потом делаем щелчок и немножко на пяточку. И второй щелчок. Все, крепление. Склон преодолел, всего лишь 400 метров. Готов показать, как их снять. Освобождаем пятку, убираем ботинок. Крепления мне очень понравились, поэтому всем рекомендую. Спасибо, что посмотрели ролик. До скорых встреч!